более бездарных операций сложно было придумывать. Вагнер как ударная штурмовая единица, все, он уже сейчас кончился. Игорь Стрелков-Гиркин заявил о тяжелой ситуации и больших потерях в российской армии. В своем новом стриме он жаловался уже не только на нехватку техники и боеприпасов, но и признал, что у России заканчиваются люди. Не помогла даже мобилизация. В результате идиотских и бессмысленных лобовых штурмов, которые устраивали российские генералы, Россия понесла большие потери пехоты. В особенности это касается ЧВК Вагнера. По словам Гиркина, после долгих изнурительных боев за Бахмут, вагнеровцы уже практически кончились. Вагнер как военная сила, как полноценный армейский корпус, в составе, в котором было более 20 различных подразделений уровня батальон, дивизион и отрядов и так далее, он фактически кончился. По итогам Бахмутского сражения этого корпуса, по крайней мере, пехоты у нас уже все равно не будет. Именно этим и объясняются последние провалы и отступления россиян под Бахмутом на флангах. Вагнеровцы с этих флангов ушли, поскольку у них просто нет людей, чтобы их удерживать. Вместо вагнеровцев на эти фланги зашли плохо мотивированные российские военные, которые сразу же стали там отступать и сдавать позиции. Передача участков на флангах подразделением ВДВ и подразделением, другим подразделением вооруженных сил Российской Федерации, она происходила не потому, что Вагнеру эти участки надоели, а потому что наступать везде Вагнер уже не мог. По словам Стрелкова, мясорубка в Бахмуте не имела вообще никакого смысла и не дала России ничего, кроме огромных неоправданных потерь. Поэтому даже если России и удастся в итоге захватить развалины этого города, все равно победой этот результат назвать никак нельзя, учитывая, какой ценой он обошелся. По сути, бойня в Бахмуте не имела для России вообще никакого смысла, и Пригожин устроил ее только исключительно в целях собственного пиара. Пригожин решит, видимо, свои политические задачи, довзяв этот город и объявив себя победителем. Хотя соотношение потерь и продвижения не говорит ни о какой победе. А противник на этом участке, вероятно, подчеркиваю, перейдет к обороне, уже не ожидая атак, потому что атаковать его здесь нечем. Более бездарных операций сложно было придумывать. Дальше Гиркин рассказал о неудачах российской армии на других направлениях, под Авдеевкой и Маринкой. Он заявил, что попытка окружения Авдеевки полностью провалилась и закончилась для России очередными большими и бессмысленными потерями пехоты. Авдеевку дважды пытались окружить. Летом прошлого года неудачно и в ходе текущей кампании. И тоже теперь, как можно точно сказать, неудачно. Во время весенних боев под Авдеевкой выбили значительную часть донецкой пехоты. Точно так же пытались доосвободить сакральную Маринку, которую штурмуют уже 15 месяцев. И тоже неудачно. Освободить ее не удалось, хотя там, в общем-то, опять же пытались ее освободить в лоб в результате постоянных уличных боев. Причем губили в этих напрасных мясных штурмах, по словам Гиркина, в основном донецкую пехоту. Ну, то есть тех, кого не жалко. Если своих военных российские офицеры еще как-то стараются экономить и беречь, то жителей Донбасса они бросают на убой без всякой жалости, потому что для них это просто дешевый расходный материал. Напомню, что вот это преступное истребление мужского населения Донецкой и Луганской областей на развязанной Путиным войне в России называется помощью жителям Донбасса. Донецкая пехота, самая боеспособная, которая была у нас с начала СВО, может быть, за исключением Вагнера, она тоже вся выбита. Пополнена она в основном. Добровольцы, кто в госпиталях, кто и в земле сырой. Очень мало их осталось в строю. Хорошо так защитили Донбасс, да?
Виновниками этой ситуации Гиркин прямо называет Путина, которого он обзывает верховным некомандующим, ну а также российский генералитет Герасимова, Шойгу, Суровикина. Их Гиркин величает не иначе, как кретинами и вредителями. За то, что наши войска за зимне-весеннюю кампанию разбили себе лоб об оборону противника, надо винить не только верховного некомандующего и его окружение, которое формирует им политическую задачу, но и самих этих кретинов и вредителей. А это Шойгу, Герасимов, Суровикин. Наши генералы, они не генералы в нормальном понимании, они лакеи. Лакеи в больших звездах и лампасах. Еще и тупые вдобавок лакеи. Вспомнил Гиркин не только о бездарных и провальных штурмах, но также о метких ударах украинских ракет по расположениям российских военных в тылу. В частности, он признал, что Украине удалось точно поразить расположение российских оккупантов в Луганске 15 мая. Раньше, в предыдущие годы, украинские ракеты до Луганска не долетали. Все вы слышали о массированном ударе ракетами авиационного базирования, английскими «Шторм», по Луганску, который в течение почти всей войны оставался вне досягаемости вражеских средств ракетного и артиллерийского поражения. К сожалению, враги не промазали. Ударом по бывшему училищу штурманов они попали, поскольку училище, благодаря его отдаленности от линии фронта, было один из пунктов расположения наших войск. По мнению Стрелкова, если Россия продолжит так воевать и дальше, то через год Украина будет уже в Ростове. Если мы будем воевать так дальше, то мы Ростов-на-Дону не удержим через годик. Ну а единственным результатом так называемой спецоперации, по мнению Гиркина, стало полное уничтожение Донбасса. Ну, того самого, который Россия якобы пришла защищать. И это тот случай, когда с Гиркиным сложно не согласиться. Богатейший, перспективнейший во всех смыслах регион, который мог стать кузницей промышленных и рабочих кадров для российской промышленности, превращается в развалины. Это большой результат специальной военной операции. Причем мне так нравится, как он говорит об этом с таким осуждением, как будто сам Гиркин в этом участие не принимал. Хотя именно с него это все и началось. И да, это так. Регион, который, по словам российских пропагандистов, кормил всю Украину, помните, они же так говорили, теперь, благодаря действиям самой России, превратился в руины и развалины. Жители Донбасса просто счастливы от такой помощи и защиты. Уже не знают просто, как Россию и благодарить. Подписывайтесь на канал, если не подписаны до сих пор. Оставляйте комментарий или лайк этому видео, так оно получит больше просмотров. А если вы считаете мою работу полезной, вы также можете стать спонсором моего канала. Ну что, друзья, соскучились по сериалу про Евгения Пригожина? Он-то соскучился по вниманию точно и дал огромное интервью, час 17. Скоро так на четырехчасовые стримы выйдет, чего я очень бы не хотел, честно говоря, потому что слушать это немножко мучительно, ну, кроме отдельных фрагментов. Евгений Пригожин предрекает чуть ли не революцию в России, а также предрекает России поражение в этой войне. Это, конечно, хорошо и здорово, это мы целиком поддерживаем, поэтому спасибо Евгению Пригожину за очередную порцию мотивации для российских бойцов. Ну, естественно, перед тем, как мы перейдем к самому этому интервью и его отдельным кускам фрагментам и реальных мотивациях, которые стоят за словами Пригожина, потому что не стоит обманываться, это не откровенный разговор Евгения Пригожина, это четко выверенный удар туда, куда он хочет бить, чтобы сейчас в критический для него момент его судьба решилась в лучшую для него сторону, ну или, по крайней мере, не решилась в худшую. Перед этим мы, конечно же, с вами посмотрим ставшую уже классической заставочку. Thank you.
Итак, сразу хочу предупредить, что медийной активности Пригожина в ближайшие дни станет больше, потому что сейчас решается ключевой для него вопрос. А именно, дадут ли подразделения Министерства обороны уйти группе Вагнера из якобы захваченного Пригожиным Бахмута. Потому что, ну, как я и говорил ранее, ситуация для Пригожина довольно неприятная, несмотря на то, что он вот приписывает себе какие-то победы, причем рассказывает, что все это сделал в одного, и все это сделал с минимальными потерями, и погибло 15 миллионов украинцев в этой битве и прочее, прочее, прочее. Суть в том, что сейчас, если группе Вагнера не дадут покинуть Бахмут, если российские власти, собственно, скажут «нет, оставайся там», если Министерство обороны скажет «оставайся там», то эти самые войска Пригожина будут перемолоты в самое, ну, как сказать, ближайшее время, в исторической ближайшей перспективе. Поэтому он сейчас активизировал все свои возможные ресурсы для одной простой цели. Его задача – максимально показать Владимиру Путину, что он, Евгений Пригожин, молодец, а Министерство обороны – кусок говна. Именно на это и направлены все его действия. Если раньше он рисовал карты в надежде, что эти карты увидит Путин, значит, и примет какое-то решение, то сейчас он перешел к более классической схеме. Дело в том, что карты-то Владимиру Путину распечатывать не будут, а ролики смотреть он в Телеграме не умеет. Однако расшифровку интервью ему вполне могут дать. Там Евгений Пригожин бьет по основным точкам, которые сейчас интересуют Владимира Путина. Их две. Первое – это стабильность внутри России, то есть насколько люди будут поддерживать то, что делают власти, насколько солдаты не будут бунтовать. Это то, что занимает Владимира Путина в первую очередь. Именно по этим причинам он не проводит новую мобилизацию, боясь, что, собственно, люди, которых будут заставлять уже в нынешней реальности идти на фронт, когда никто не купится на сказки про то, что вы будете в тылу, и что вам ничего не угрожает и прочее, прочее. Вот в этой ситуации Владимир Путин переживает по поводу этого. Пригожин понимает это и бьет в эту, собственно, точку. Вторая точка, по которой он бьет, это в целом глобально идущая война, полномасштабное вторжение, которое Владимир Путин начал в феврале прошлого года. Владимир Путин, естественно, боится проиграть. Причем раньше, когда он начинал это полномасштабное вторжение, о проигрыше он даже не думал. Он думал о количестве успехов, которые ему удастся, собственно, реализовать. Однако сейчас мысли о том, что все не так гладко и все не так хорошо, наверняка посещают Владимира Путина и довольно часто. Именно поэтому он старается работать не только внутри российской армии, но и всячески надеется на то, что за пределами России будут происходить благоприятные для него вещи. Ну, например, что Америка или Европа перестанут поддерживать Украину, перестанут предоставлять вооружение, перестанут говорить о том, что только украинская формула мира возможна и прочее. Как вы заметите, в дальнейшем Пригожин специально в своих сценариях касается этих точек для того, чтобы создать у Владимира Путина чувство неуверенности и страха. И для того, чтобы он обратился к Пригожину и сказал: да, знаешь, Евгений Викторович, ты прав. Шойгу говно, мой план говно, давай помогай. Собственно, это и есть главная задача Евгения Пригожина. И сейчас, на фоне того, что он стал таким амбассадором единственного успеха российской армии за последние полгода, именно взятие Бахмута, или как заявляется взятие Бахмута, собственно, поэтому сейчас он будет наиболее активен. Но первое, на что я обращу ваше внимание, и на что, мне кажется, не обратил внимания почти никто, по крайней мере, я не видел в пересказах этого интервью этого важнейшего момента, это то, что выход группы Вагнера до сих пор не согласован с Министерством обороны. По крайней мере, такой вывод можно сделать из прямого вопроса корреспондента или какого-то там пророссийского военкора, пропагандиста, который он задает Евгению Пригожину. Он спрашивает: слушайте, а вообще договоренность об этом есть? И вот что отвечает Пригожин, и вот как звучит этот вопрос. Евгений Викторович, я не могу не задать этот уточняющий вопрос. Вы сказали, что будете передавать позиции. Есть ли готовность их принимать? У Министерства обороны? Конечно. Обязано быть. Потому что это российская армия. И если готовности принять нет, то нужно делать соответствующие выводы. Если ЧВК «Вагнер» не может передать позиции, потому что российская армия не готова их принять, это значит, что ЧВК «Вагнер» стала на уровень выше российской армии. А это было бы не совсем правильно с точки зрения государственности. И поэтому они обязаны принять. Если принять не могут, то соответствующие лица должны застрелиться.
Видите, если бы решение было уже принято, если бы все было согласовано, и если бы договоренность уже была достигнута, Евгений Пригожин бы сказал: да, все согласовано, все, российская армия займет эти позиции, а мы, соответственно, с них уйдем. Нет, он говорит, что пусть только попробуют не занять наши позиции, тогда они все козлы и сволочи. Но это явно нам говорит о том, что на данном этапе договоренности нет. Это значит, что в ближайшие дни первостепенной задачей Евгения Пригожина является сделать так, что Минобороны согласилась на то, что он предложил. А именно на то, чтобы группа Вагнера ушла из Бахмута и отправилась куда-то там на перегруппировку. Почему российская армия этого не хочет? Потому что, во-первых, если займет эту территорию именно российская армия, то в будущем поражении, которое там будет, когда Украина продолжит наступать на флангах и брать группировку, находящуюся в Бахмуте, в полноценное окружение, именно Министерство обороны станет теми, кто потеряет Бахмут. Как теряли до этого Херсон, как теряли до этого Харьковскую область. В общем, никто не хочет быть ответственным за будущее поражение. И российская армия, Министерство обороны, генералитет это прекрасно понимает. Поэтому, судя по всему, будет сопротивляться. Успех этого сопротивления зависит от одного человека, от Владимира Путина. И то, насколько на него произведут впечатление бесконечные выступления Пригожина, которых теперь будет только больше. И чтобы уязвить Министерство обороны, Пригожин рассказывает о всех неудачах, приписывая их именно Министерству обороны. Вот как это выглядит. Объявили о спецоперации. Спецоперация – это перевод Украины в наше пророссийское лоно. Собственно говоря, и многие в Украине хотели в это лоно попасть. Если мы делаем пророссийское лоно, надо поменять верхушку власти, расцеловать народ в задницу и позвать их к себе. Ну, договорившись с элитами, да. Мы что сделали? Мы пришли. По-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, потом, русским языком называют, обосрались и отошли. Дальше к Херсону, обосрались, отошли. После этого, или там до этого уже, времена путаются, Изюм, Красный Лиман. Молодцы. И как-то у нас все вот не складывается. И, в принципе, Иосиф Виссарионович, он бы сделал выводы, расстрелял бы человек 200, может быть, кого-то повесил ради собственного удовольствия, так сказать, эстетического наслаждения. Но у нас никаких выводов пока не сделано. Вообще, глобально, много раз об этом говорил, и отдельно поясню, почему я не буду в этом видео давать фрагменты про то, как Пригожин хорохорится тем, как эффективно они действуют, как мало людей они потеряли, как, значит, в ограниченных условиях, с ограниченными боеприпасами, с ограниченным количеством людей они сделали невероятные какие-то вещи. Почему не буду об этом говорить? Потому что это неправда. Ну, то есть, весь успех группы Вагнера заключается исключительно в том, что они использовали людей так, как не использовал даже Министерство обороны. Потери там гигантские. Снарядов и боеприпасов им поставлялось сначала больше официально, а потом неофициально с помощью заместителя министра обороны Мизинцева, который в обход всех указаний продолжал снабжать группу Вагнера огромным количеством боеприпасов. Гораздо большим, чем у всех российских подразделений на других направлениях, о чем неоднократно писали пророссийские военкоры. Поэтому стратегический гений Пригожина заключается исключительно в том, что у него было больше ресурсов. Все. В этом его эффективность, ну, и на этом она и заканчивается. Более того, он, конечно, сильно лукавит, когда рассказывает, что никакие подразделения Министерства обороны не помогали. Это неправда. Был задействован и ВДВшники, особенно когда он брал Солидар, и много чего еще. Поэтому все это просто рассказы для того, чтобы как-то сильно впечатлительных людей уверить в том, что вот он-то Пригожин точно знает, как воевать, и что его группа Вагнер — это какое-то невероятно эффективное подразделение. Это неправда. Однако сложно не согласиться с Евгением Пригожиным в его оценке успеха тех вещей, которые заявлялись российской стороной, а именно денацификацию Украины и демилитаризацию Украины. По ним тут мы с ним абсолютно солидарны. Денацификация Украины, о которой мы говорили, мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. И это, как я не знаю, как греки во времена процветания Греции, как римляне были во времена... Легитимизировали. Абсолютно верно. Они легитимизировали Украину. Украина стала страной, которую знают абсолютно везде. Это что касается денацификации. Теперь, что касается
демилитаризация. Больной вопрос. Больной, да. Жители Белгородской области не дадут соврать. Больной вопрос демилитаризации Украины. Да. И если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, или 5000 танков, если у них воевать умело 20 тысяч человек, и теперь умеет воевать 400 тысяч человек, как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот, мы ее... как милитаризировали. И теперь я могу это сказать по собственному опыту. Мы много где воевали и много с кем воевали. Мы знаем, как воюют американцы, французы, как воюют бесполезные, трусливые войска Организации Объединенных Наций, миссии. Мы знаем, как воюют африканские племена. Сегодня ЧВК «Вагнер» – это лучшая армия в мире. И мы побеждали всегда и всех. У нас есть в нашей истории некоторые моменты, когда нам приходилось выходить из конфликтов. Ну, исключительно из-за того, что наши партнеры просто полностью рассыпались, и мы вынуждены были по политическим мотивам отходить в сторону. Но сегодня ЧВК «Вагнер» – это лучшая армия в мире. И за ней... Конечно, я из корректности должен сказать, следующая русская армия там и так далее. Но я думаю, что украинцы сегодня – это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение. И более того, они работают на любых системах. На советских, на натовских, на чем угодно. Одинаково успешно. И они абсолютно философски относятся к тому, какие потери они несут. У них все идет ради достижения верховной цели, как у нас в Великую Отечественную войну, но более технологично и более четко. То есть он высоко оценивает украинскую армию, справедливо заявляет, что действительно весь мир теперь знает, где находится Украина, и знает, как она воюет, и пытается помогать Украине. То есть Украина стала действительно таким символом борьбы за свободу, борьбы за честь, борьбы за свое население, борьбы против диктатора. И в этом контексте сложно не согласиться. Что касается демилитаризации, да, демилитаризация происходит скорее с российской армией, которая стала сильно слабее, чем она была до начала вторжения, а украинская армия, наоборот, пополнилась очень современными западными вооружениями в большом количестве. Будет пополняться и дальше, в том числе самолетами, например, F-16. Но для чего это говорит Пригожин? Пригожин это говорит не для того, чтобы усладить наш с вами слух. И не потому, что он большой поборник правды и объективности. Это не так. Он хочет запугать Владимира Путина. Он хочет продемонстрировать, что те задачи, которые ставил Владимир Путин, не исполняются теми людьми, которых он поставил эти задачи выполнять. Не исполняются с помощью Шойгу, не исполняются с помощью Герасима. Собственно, все это интервью, которое длится 1:17, оно направлено лишь на одно – сформировать у Владимира Путина страх, которому он, Пригожин, станет ответом. Собственно, Пригожин – бизнесмен. Он прекрасно понимает, как работает бизнес. Задача бизнеса – создать у потребителя, потенциального потребителя, потребность в продукте, который бизнес продает. Для того, чтобы эта потребность появилась, лучший способ – это страх. Именно поэтому большая часть рекламных кампаний, различного рода, связанного с какими-нибудь там машинами или чем-нибудь еще, она строится на страхе. Ну, например, там, вот с компанией, связанной, рекламной кампанией, связанной с безопасностью автомобиля. Создаем страх, что и вот если вы столкнетесь, то вы умрете. Поэтому вот наши самые безопасные машины, пожалуйста, покупайте их. Пригожин делает то же самое. Получится у него или нет, черт его знает в этом контексте. Ну, то есть, получится ли у него создать, точнее, надавить на те страхи Путина, которые уже существуют. По идее, не должно, потому что люди, которые Владимира Путина окружают, в том числе из Министерства обороны, они, в свою очередь, продают тоже Владимиру Путину страхи. Ну, например, страх того, что группа Вагнера, большое количество обученных, подготовленных бойцов будут на территории России вершить свои порядки. И, собственно, что они довольно агрессивны, и что они могут стать настоящей угрозой для его, Владимира Путина, власти. Ну, неважно, как именно они будут формулировать эту оценку, говоря, что там Пригожин сотрудничает с Будановым, или что Пригожин постоянно намекает на революцию, что правда. Ну, в общем, это такая борьба пиарщиков. Но надо сказать, что министр обороны Сергей Шойгу тоже в основном пиарщик. Ну, то есть, вся его карьера
Это не карьера с историями военных взлетов. Да, он в армии не служил, военным человеком никогда не был до того, как стал главой Министерства обороны. Да? Он в основном занимался пиаром и на посту главы службы МЧС, и на всех до этого. То есть он прекрасно тоже знает, как работать со страхами, как работать с пиаром, поэтому выиграет ли Пригожин эту битву, я бы на это ставку не сделал. Поскольку Пригожину не получилось эту битву выиграть, да, он уже бьется над этим много-много месяцев, чтобы сказать, что Министерство обороны не очень хорошее, а я хороший, поэтому дайте все мне. И я не думаю, что в дальнейшем будут у него какие-то успехи. Знаете почему? Потому что вот для обывателя это как выглядит? Я Пригожин, взял Бахмут, значит, а российская армия терпит только неудачу. Вот какой образ он пытается сделать. И на обывателя это может работать. Может работать даже на солдат, который в окопах действительно обсуждает за кого-то, за Шойгу или за Пригожина. Ну вот один маленький нюанс. Дело в том, что Владимир Путин получает информацию из совсем других источников, и даже не из моих роликов. Владимир Путин окружен людьми, которые рассказывают ему совершенно обратную картину. Что это ВДВ выдавили украинские войска из Бахмута. Что это Пригожин примазывается к победам российской армии. И что это Пригожин похоронил огромное количество людей в Бахмуте, хотя можно было добиться этого гораздо меньшими усилиями. Более того, то, что сделал Пригожин, довольно бессмысленно. И он просто потратил огромное количество снарядов, техники и солдат ни на что. И вот в этой информационной картине живет Владимир Путин. Поэтому то, что нам может казаться убедительным со стороны Пригожина, убедительным для Путина, на самом деле, с точки зрения Владимира Путина, выглядит совершенно иначе, потому что у него другой информационный фон и другой информационный пузырь. Именно поэтому я бы ставку на Пригожина в этом противостоянии не сделал, честно говоря. Что мы и видели, когда появился Суровикин, и вот все казалось, все, Шойгу и Герасимов, до свидания. Но нет, потом и Герасимов, объединенный командующий объединенными силами России в Украине и прочее, прочее. Почему? Потому что у Путина другой источник ресурса. Как все на самом деле? На самом деле, что то говно, что то говно. Что Вагнер, что российская армия, они действуют примерно одинаково. Модели поведения у них одинаковые. Лобовые штурмы, артиллерийские застрелы, все. Никакой больше или меньше эффективности тут нету на самом деле. Единственное, что, наверное, можно отметить как плюс Вагнера, это более быстрая коммуникация внутри собственных подразделений. У российской армии, потому что с этим остаются большие проблемы. Вот когда там запрашивает, например, артиллерийскую поддержку, действительно может проходить несколько часов. У Пригожина это все организовано чуть лучше. Все, на этом различия заканчиваются. Ну, что-то много я уже от себя, мы же тут на Пригожина смотрим, поэтому давайте снова переходить к Пригожину, который атакует уже лично Шойгу, набрасываясь на его зятя, на его дочку и в целом на золотую молодежь. А у Шойгу что творится? У Шойгу зять ходит, булками трясет, ну, имеется в виду ягодицами, да? А дочка открывает форты кронштадтские. Ты заработала на эти форты? Ты свои деньги тратишь на эти форты? Ну, и боеприпасы потрать. И когда министр обороны трясет своей доченькой и трясет каким-то, который блогер сидит и еще пальцы гнет о том, что ему спецоперация не нравится... Не мы придумали эту спецоперацию, но мы взяли под козырек и сказали, если деревня попала в блудняк, если мы пошли с соседями, надо пиздиться до конца. А получается, что мужики бьются. Ну, кто-то серьезно, а кто-то понарошку. А кто? Нет, а кто-то просто прется от жизни. Кому-то просто нравится балдеть. Как может взять Шойгу, поехать в Арабские Эмираты и своей попочкой трясти. Понятно, что сквозит голубизна. Такая, блядь, крепкая, сука, голубизна. Ну, ничего страшного. Это их там выбор семейный. Мне как бы наплевать. Но этого делать нельзя. И, к сожалению, дети элиты, в лучшем случае, они свои, извиняюсь, хлебальники закрыли. А некоторые из них позволяют себе еще определенную публичную, достаточно жирную, беспечную жизнь. Не забывает и Пригожин упомянуть и совсем недавние провалы. Например, прорыв в Белгородской области. Это сегодня уже Z-военкоры, все как один, пишут, да это не было провалом, это был большой успех, смотрите, сколько техники мы захватили. Я вам говорил об этом феномене, что в первый день происходящего, первый день-два, обычно военкоры, Z-каналы и прочее, они пишут то, что реально думают, потом приходит Министерство обороны, стучит им по голове, и они начинают писать уже, что надо. Да, поэтому вот то, что они сейчас все резко переобулись, а
до этого они еще раз перебывались. То есть они сначала говорят, что все хорошо, потом говорят, что все ужасно, теперь снова говорят, что все хорошо, и все это по одному и тому же инциденту про прорыву в Белгородской области. Собственно, Пригожин касается и его, и, скажем так, довольно низко оценивает действия российской армии в контексте того, что произошло. Да, в Белгородскую область бессовестно заходит ДРГ. И да, абсолютно. Наша оборона не готова никаким образом им противодействовать. ДРГ просто не может ленточку границы пересечь. Ни в одном нормальном цивилизованном государстве, которое имеет конфликт с соседями, невозможно пересечь границы. В Сирии было невозможно пересечь границы с Турцией, там, где она контролировалась. Или любую линию разграничения. А у нас, со стороны Украины, которая является нашим врагом во время войны, спокойно проникают в ДРГ и идут вообще безнаказанно, скидывая видео на танках, на БМП, на БТР. Да где гарантия, что она в Москву завтра не приедет? Но прямая дорога. Если она приедет на Рублевку, это ДРГ, тогда хоть кто-то взбодрится. А пока, насколько я понимаю, на жителей Белгородской области всем глубоко насрать. В целом, Пригожин довольно хлестко формулирует про глобальную проблему, что вот есть элита, которая существует отдельно от всех людей, а есть вот эти люди, которые гибнут в окопах. По форме это правильно, но по сути издевательство, потому что Пригожин часть этой элиты, и сколько бы он там ни бегал и ни орал и все прочее, он вот часть этой элиты, которая ее в том числе помогал формировать. Он тоже коррупционер, который наживался на госконтрактах, значит, давая школьникам фактически испортившуюся еду. Да, это и был основной бизнес Пригожина, но один из основных – это кейтеринг, значит, в школы, где, собственно, школьникам доставались очень испорченные продукты. Он часть этой элиты. Он немножко сбоку, потому что он не в близком кругу у Путина, но он не хочет, как это сказать, сломать саму систему. Он хочет стать частью элиты, он хочет войти в ближний круг Путина. И для этого используют методы вот такие простые популистские, типа «эх, чертов взять Шойгу! Вот я настоящий мужик». Очень простая механика, очень понятная. Тем не менее, проблема эта реально существует. И то, что описывает Пригожин, не в таком, наверное, виде и масштабе, вот что люди возьмут виллы и пойдут на Кремль, я не очень верю, да я думаю, и он не очень верит. Однако такой страх у Путина он создает, опять же, апеллируя к этому расслоению между чиновниками и между простыми людьми. Вот какую картинку он рисует. То сидит какой-нибудь клоун в администрации президента, который должен поставить свою подпись. Ему хочется, чтобы его умоляли. Либо я должен умолять, либо вот этот мужик, дед этот 80-летний, у которого сын погиб, должен умолять. И он не готов выполнять свою работу, вот потому что он должен ее выполнять. И поэтому сын этого деда, он разорванный в клочья, там куски с землей, мясо лежат. А гаденыш в Арабских Эмиратах, он попкой крутит. И это раздвоение, оно все, чем может закончиться, это как в 17-м году революции, когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие встанут. И напрасно думать, что их сотни, их сейчас десятки тысяч, родственников убитых, наверняка будут сотни тысяч. Мы от этого никуда не денемся. И все закончится тем, что будет в одно мгновение Варфоломеева ночь. Я буду действовать по закону. Я вообще человек законопослушный. Я буду просить, писать, заплачу. А вот люди, они отнесутся к этому иначе. Они виллы возьмут и на виллы их подымут. Кто-то скажет, ну как он может такое говорить, ведь за это в России вообще тебе кирдык. Это нам, простым смертным, за это в России кирдык, да? Да и более того, есть и Игорь Стрелков, который говорит похожие вещи, правда, уже давно, в отличие от Пригожина, и тоже себе спокойно сидит в Москве, ничего с ним не происходит. Это очень простая и понятная история – надавить на то, что болит. Путин действительно менее оптимистичен в отношении российского государства, чем даже я. В каком смысле? Что Владимир Путин действительно верит в какие-то большие протесты, в большие восстания, в революцию верит. Ну, это и понятно, потому что Владимир Путин в целом, то, что он делает последние годы, продиктовано его страхами. Самый большой страх Владимира Путина – это Майдан. Он постоянно его упоминает, он постоянно о нем говорит, и из этого берется в том числе его ненависть к Украине. И поэтому он с таким остервенением пытается ее уничтожить. Потому что он по ночам просыпается от ужаса, представляя, что что-то подобное может случиться и с ним, и может случиться в России.
И поэтому мы видим, что зачастую Владимир Путин пытается дистанцироваться, в том числе информационно, от провалов и в целом от этой войны. Это одна из его задач. Его мотает туда-сюда. То он хочет войну сделать народной, то он хочет, значит, максимально дистанцироваться. Уж что у него в голове происходит, никому не известно, но очевидно, что один из его страхов – это глобальное неповиновение людей и революция. И на этот страх Евгений Пригожин активно давит. Причем, обратите внимание, он как это формулирует? Не как, что будет революция из-за плохой власти, а что вот есть предатели во власти, ну, люди, которые плохо себя ведут или плохо делают, и из-за них может быть угроза этой власти. То есть он не продает идею неотвратимости революции Путину, он продает идею того, что с теми, кто сейчас вокруг Путина, Путина ждет коллапс и поражение. И в этом и есть задача Евгения Пригожина. Он идет дальше и распространяет вот эту вот, как бы, такую очень понятную модель запугивания Владимира Путина на в целом эту войну. Не только на часть, там, не знаю, восстания населения, но и на поражение в этой самой войне. Делает он это уже под конец интервью, когда его спрашивают о дальнейших сценариях. Есть оптимистичный сценарий и есть пессимистичный. Оптимистичный сценарий, в который я мало верю. Европа и Америка устанут от украинского конфликта. Китай посадит всех за стол переговоров. Мы договоримся о том, что все, что мы уже хапнули, это наше. А все, что не хапнули, это не наше. Это оптимистичный сценарий. Вряд ли он возможен. Теперь пессимистичный сценарий. Украинцам дают ракеты. Они готовят войска. У них есть леопарды, у них подготовленный достаточно управленческий состав, да, командный состав. Хотя есть информация, что и Залужного уже с нами нет, там еще какое-то количество. И, конечно, это позитивно сказывается для нас на ход операции. Но не будет Залужного, будет Сырский. Не будет Сырского, будет другой. Потому что главное, что они не делают, они не кастрируют сейчас своих лидеров. Возможно, это будет когда-нибудь. Но они им дают возможность расти. Поэтому дальше, безусловно, они будут продолжать наступление. Пытаться контратаковать. Возможно, это контрнаступление, как уже раньше говорил, оно где-то случится успешным. А в Артемовске они уже активно лазят по флангам. И дальше они будут пытаться отрезать сам Артемовск, уйти вглубь, на Дебальцево, в сторону Луганска. Они будут восстановить границы, грубо говоря, до 2014 года. И это легко может случиться. Они будут атаковать Крым, будут пытаться взорвать Крымский мост, отсечь пути снабжения. И, вероятнее всего, для нас сценарий не будет хорошим. Поэтому нам надо готовиться к тяжелой войне. Но неужели это Пригожин просто пытается объективно смотреть на вещи? Нет. Он пытается сделать лишь одну вещь, сказать: Владимир Путин, я тебе нужен, а вот эти все говноеды тебе не нужны. Опять же, получится у него или нет, мы с вами уже обсудили, но на этом новая серия сериала про Пригожина подошла к концу. Честно, я думаю, что в ближайшую неделю очень много будет Пригожина. Еще больше, чем было до этого. Будет большой важный момент с тем, дадут ли вагнеровцам отойти. От этого противостояния многое что будет зависеть. И в жизни Пригожина, и в жизни Министерства обороны. Потому что если они дойдут вагнеровцам отойти, то они прогнутся. И позиции Министерства обороны, ну, генералитета, да, будут ослаблены. В том числе в глазах солдат, которые увидят, что Пригожин прогнул Шойгу и Герасимова, а значит и им можно. С другой стороны, если Минобороны не даст Вагнеру уйти, то это может привести к прямому столкновению, уже к боевому столкновению Вагнера и солдат Министерства обороны. В общем, это очень хороший вопрос, как это будет развиваться дальше, но мы это с вами увидим. Но, честно вам скажу, что реагировать на все заявления Пригожина я, наверное, не буду, потому что, ну, сколько можно. Этот сериал даже меня утомил, хотя, видите, такое самосбывающееся пророчество, потому что «Санта-Барбара» была довольно долгим сериалом, где довольно медленно развивались события. Но, когда Пригожин метафорически лежит в кому, назовем это так, отсылая к этому самому сериалу, мы с вами, конечно, об этом тоже обязательно поговорим. Ну а вы можете поддержать это видео лайком, комментарием, подпиской, можете поддержать на Патреоне, эта поддержка очень важна, она позволяет производить ролики дальше, это финансовая поддержка на Патреоне, ну или оставить суперспасибо, тоже хороший способ поддержать канал. А с вами был Майкл Наки, всего доброго, пока!